Ребятишки, ребятишки, с вами Слайдисон, и добро пожаловать в новую серию операции в Майнкрафте. И в этой серии я использую еще один секретный способ моего деда, чтобы превратиться в маленького, излечить кого-то там. Кого? Я пока еще сам не знаю, кого я буду лечить в этой серии, вот. И мой дед мне сказал то, что в интернете есть такой какой-то там способ, вот какой-то там дебил зеленый, танцующий, бла-бла-бла. И, короче, нужно протанцевать так же, как он, и это настолько зашкварно, то, что ты станешь маленьким. Я такой, ну, окей. Поэтому сейчас, наверное, мы будем пытаться повторить эти танцы-шманцы. Включить там, пожалуйста, вот этого зеленого придурка. Не. Такое танцевать я точно не буду. Зато у меня есть проверенный способ, который уже не первый раз работает. И как раз таки с помощью вот этого способа я, наверное, смогу стать маленьким. Сейчас вам покажу какой. А не то, что вот эти ваши дебилы зеленые танцующие. Сейчас! Я горячий португалец, выходи со мной на... Ну, метод деда, как всегда, работает, поэтому я без затруднений попал в мир операций. Здорово, ёпта! А чё тут так много лошадок, не могу понять. Ой, ладно. Кому мы будем делать операцию в этой серии? Точнее, мне, и что вообще будет со мной происходить в этой серии? Так, это не совсем на меня похоже. Нет, ну когда я утром просыпаюсь, я на самом деле вот примерно так и выгляжу. Твою мать, это же вот этот дебил зеленый человек, который... Да, я ж изначально включил песню вот этого придурка, которого мне дед посоветовал, чтобы я опять превратился в маленького. Вот я, наверное, и заспавил вот этого зеленого пришельца танцующего дебила. Только что с ним случилось в этой серии, почему он в этой серии не танцует, что с ним не так? Ладно, выбора у меня нет, поэтому нужно его спасти. Я в этой рубрике всех спасаю, не только себя. Поэтому не надо мне было вот эту хрень включать, эту музыку проклятую. Тихо! Тихо, кто ее опять включил? Не нужно мне было ее включать, чтобы я вот этого идиота не призвал случайно. Ладно. Что у нас в этой серии? Слушайте, а что за зоопарк, не могу понять? Почему овцы всякие, лошадки? Goodbye, my friend! И ты хочешь, ну ты хоть хорошо, постой вот тут. Ой, ладно, да дай мне пройти, жопошник! Ты еще, Ой, повезло тебе то, что у меня стрел больше нет. Ладно. А, у меня же есть зажигалка, зачем мне еще одна? Ну ладно. Обсидиан. Зачем мне обсидиан в этой серии? Я вот на самом деле тоже не знаю, зачем мне обсидиан. Вот вообще не знаю, зачем мне обсидиан. Вот даже не могу представить, зачем мне обсидиан. Вот. Да иди ты сюда! Давай полетаем! Полетаем мы с тобой, полетаем немножко! Ладно, все, хватит. Хватит уничтожать бедных лошадок. Ой, ладно, в первую очередь, ребята, поставьте лайкусик прямо сейчас на эту серию, если хотите продолжение. Вот, чтобы я больше показывал вам всякие различные методы моего деда. Потому что только он знает, как превращаться в маленького, и только он самый настоящий шаман, единственный шаман на этой планете. Если ты хочешь узнать больше методов моего деда, то... А, у меня есть стрелы. То ставь лайкусик прямо сейчас на эту серию, если мы наберем также много лайков. Вообще, посмотри, сколько мы лайков набрали на прошлой серии, посмотри. Вот я также офигел. Поэтому поставь огроменный палец вверх прямо сейчас и на эту серию. Если наберем примерно так же, хотя бы 25 тысяч лайков, я обещаю то, что выйдет продолжение. Ладно, дебил.
Что мы с тобой будем делать в этой серии? У меня есть обсидиан. Почему ты заболел? Ну, в первую очередь, всегда проблемы идут от сердечка. Поэтому давайте посмотрим, что у него с сердечком. Сосочки. Сосочки. Сосочки у тебя, да? Что у тебя с сердечком? Че? Твою мать. А че у него сердца нет? Че у него сердце остановилось? У него сердца нет! Вот натанцевался ты, зеленый дебил! Натанцевался, да, то что сердце уже выпало, просто выкакал сердце, да, вот так натанцевался. И что мне делать, где мне взять запасное сердце для пришельца? Вот если бы человеческое, то хорошо, это один разговор, а где мне взять сердце для пришельца? А вот не зря же мне дали обсидиан. А если я сейчас построю портал, и методом моего деда вызову новых пришельцев. Прям новых. И я их закукошу, потому что их мне не жалко. Вот этого зеленого чупзилета мне жалко. Узгузлака вот этого. Заберу у них сердце. И восстановлю сердечко нашему танцующему а-та-та-та-та-та-та пришельцу. Как думаете? А ну, давай еще попробуем. Я пойду туда наверх. И постараюсь сейчас вызвать новых пришельцев, шандарахнуть их и забрать сердечки. Ладно, приступим. Ну, если я заспанил вот этого зеленого танцующего чубзилета с помощью песни вот этой, то, мне кажется, новых я также смогу призвать. Я же там построил портал. Сейчас 100% он заработает, как только я начну вот эту хрень танцевать и петь, и слушать музыку. Давайте, приступим. Слышали? Звук портала! Звук портала! Чего вас так много? Дебилы, да, горите. Матушку вашу! Дай! Что вас так много, не могу... Слушайте, жопошники! Дадите вам петь, чего вас так много? Да что вас так... Сердце! И что это? Да, сердечки, собираем сердечки. Да, тут только себя главное не поджечь. На! Чё вас так тут много? Дайте сердечки, дайте мне 6 сердечек, 7 сердечек. 8 сердечек, замечательно. Фух! Ну, как видите, метод моего деда всегда работает в любых обстоятельствах, при любой погоде. И как видите, я отлично, я сработал просто на ура. Больше этих странных пришельцев никогда в жизни вызывать не буду. Я надеюсь, что мне не понадобится вот это делать. Так, почему у меня только 8 сердечек? Или все просто остальные сгорели? Мне кажется, так... О, господи. А как мне закрыть портал вот этот? Чтобы они просто отсюда никогда не вылезли. А мне нужна алмазная кирка. Зашибись просто, зашибись. Ладно, давайте мы хотя бы этому чубзику восстановим сердце. Надеюсь, что 8... Этой фигни нам хватит. Вот так и вот так. Ладно, давайте будем сюда забираться. Так, хорошо. Заберем еще вот этот сосочек, потому что, ну, сосочек как бы тоже нужно восстановить. Ага. А, тут еще есть 2 сердечка. А вот эти 2 мы запихнем, ну, допустим, вот сюда и вот сюда. Прекрасно, просто прекрасно. Так, хорошо, все, нужно. Нет, тут у нас сосок должен быть. Тут у нас сосочек. Опа, вот тут у нас сосок, и вот тут у нас сосок. Фу, ладно. Сердце мы тебе восстановили. Ну ты, конечно, беззубый, как я вижу. А что у него с мозгами? Если он танцует вот эту его та-та-та-та-та-та-та-та, то значит у него точно какие-то проблемы с мозгами. Давайте посмотрим, что же у него там не так. Так, скальпель. Скальпель! Помощник мне нужен, скальпель! Это уже синдром, да, это уже понятно. Но это уже просто патологическое заболевание мозга. Мне кажется, то, что у всей вашей расы на самом деле вот так. Ладно, не хотел я вот это делать, но так уж и быть. У меня есть в запасе под этим деревом, в моем кладе, немножко мозгов. Не спрашивайте, откуда их добыл, и не спрашивайте, как я восстановлю сейчас мозги вот этому зеленому человечку. Хотя почему? Я же вам доверяю, ребят, поэтому я вам скажу, откуда у меня эти мозги. Это когда на меня хейтеры нападали, я каждому ХЕ!
из каждого хейтера мозги выпали, вот, поэтому я насобирал от мозги хейтеров, короче. Но мне кажется, то, что зеленому человечку они на самом деле больше понадобятся, да, потому что, ну, его еще хотя бы можно спасти. А хейтеров нельзя спасти, они уже тю-тю на всю голову до конца жизни, вот. Поэтому зеленому человечку я доверяю. Да, да, он немного шизанутый, потому что танцует вот эту ересь проклятую. Но мне кажется, то, что если я ему сейчас хотя бы немножко мозгов восстановлю, то он больше никогда в жизни вот эту фигню не будет танцевать. А хейтерам мозги точно не нужны. У них их на самом деле никогда не было и никогда не будет поэтому. Пускай лучше зеленый человечек будет с мозгами, нежели эти проклятые хейтеры, да? Фу, ладно. Справились, слушайте, справились! Справились с заданием! Давайте похлопаем друг другу. Мы спасли зеленого человечка. Что может быть лучше? Давайте заберем сюда наверх и посмотрим. Ну, ему нужно просто немножко еще отдохнуть. Он встанет и опять будет нам тут танцевать. Спустя некоторое время. Хоть ты мне тут нафиг не нужен, поэтому, наверное, проваливай через этот портал. А у меня вообще патроны были? Нет, вот. У меня патронов не было, чтобы уничтожить вот тех пришельцев, которые на меня напали. Ну да ладно, ладно. Бедного зеленого человечка мы спасли, и на этом уже хорошо. Ух! Ладно. Ребят, я предлагаю на этом закончить эту серию. Надеюсь, что следующая операция выйдет как можно скорее, а выйдет она или нет, зависит только от вас. Поэтому ставь огромный лайкусик прямо сейчас на эту серию, если хочешь продолжение. Также не забывай подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые ролики и также мои стримчансы. Спасибо тебе огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока.